Президентская инициатива в действии. В Ненецком округе написано первое заявление на распоряжение средствами материнского капитала. Напомню, семьи, в которых с 1 января 2018 года родится или будет усыновлен второй ребенок, могут претендовать на получение ежемесячной денежной выплаты. Меры по поддержке семей с детьми Владимир Путин предложил в конце ноября прошлого года. Соответствующий закон президент подписал 28 декабря. Инга Зуева – первая жительница Ненецкого округа, которая написала заявление на получение выплаты из материнского капитала. 18 января девушка во второй раз стала мамой, а следовательно получила право на распоряжение средствами из мат-капитала в виде ежемесячных выплат. В родильном отделении выдаются сейчас буклеты. Там все написано, вся информация о том, что есть вообще этот родовой сертификат, и о том, что можно снять, если у тебя нет дохода, что можно с него снять такую-то сумму. Мне просто не на что его тратить, и потом со временем все равно я выйду с декрета и выйду на работу, и будет возможность зарабатывать. А сейчас, пока сижу в декрете, я думаю, что все равно деньги эти пойдут на детей. Ежемесячная выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Правда, при соблюдении одного условия. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а затем на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал 2017 года, а в Ненецком автономном округе это 32 766 рублей, необходимо подойти в территориальный орган пенсионного фонда по месту жительства, чтобы подать заявление на ежемесячную выплату, которая составит в Ненецком автономном округе 21 973 рубля. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Стоит учесть, если обратиться в первые 6 месяцев, выплата будет установлена с даты рождения ребенка. Если позднее полугода, то выплата будет назначена со дня подачи заявления. На рассмотрение заявления отводится месяц, после чего денежные средства перечисляются на банковский счет владельца сертификата материнского капитала. Программа действует до 31 декабря 2021 года. Иван Никонов, Людмила Сидейская, Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, телеканал «Север».